Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня я хочу поделиться с вами процессом создания таких милых, красивых, атмосферных украшений для елки. Вдохновили меня украшения Аллы Очкасовой. Я увидела ее фотографии в Instagram. Я также оставлю ссылку на нее в описании, так что можете посмотреть. И вот вначале я решила загрунтовать деревянные заготовочки, которые у меня были. Их можно купить в магазине для творчества, например, в Леонардо. И также я попросила, чтобы мне просверлили дырочки, чтобы потом завязать туда ленту. Вы также можете попросить, например, своего папу, молодого человека или еще кого-нибудь. Не забудьте дать хорошо просохнуть заготовкам, лучше даже оставить на ночь. Нужные мне картинки я нашла в интернете, и чтобы они не потекли во время декупажа, потому что я распечатала их на струйном принтере, мне пришлось покрыть их в два слоя с промежуточной просушкой лаком для волос, а затем лаком для декупажа. Также лучше сделать это в несколько слоев. После высыхания вырезаем рисунок. Вы можете сразу подогнать его под размер вашей заготовки. У меня рисунки чуть меньше, но это специально, потому что я хотела использовать по бокам акриловые краски, текстурную пасту. В общем, это я покажу дальше. А сейчас будем наклеивать рисунок на заготовку с помощью клея ПВА, файлика, карточки и кисточки. Ой, и чуть не забыла вам сказать, что по заготовке нужно пройтись наждачной бумагой, чтобы поверхность была гладкая. Примеряем, где будет у нас рисунок. Саму заготовку я промазываю клеем ПВА, а рисунок кладу на файлик и обратную сторону промазываю клеем ПВА, разведенным с водой. Затем прикладываю к заготовке и через файлик с помощью карточки разглаживаю, чтобы не было никаких волн, неровностей. И еще раз сверху закрепим рисунок лаком, с ним уже ничего не произойдет, краски не размоются. Проделываем это со всеми заготовками. Когда они полностью высохнут, обрезаем лишнее ножницами или наждачной бумагой, спиливаем. Наступает самый творческий этап. Мы начнем украшать заготовки с помощью акриловых красок, текстурных паст, блесток. В общем, использовать можно все, что угодно, все, что вам нравится. Мне, например, очень хотелось поэкспериментировать с кристальной текстурной пастой и пастой с эффектом снега. Я специально наносила ее побольше, пообъемней. Не забываем про обратную сторону украшений. Я закрасила ее морилкой цвета мокка. Это моя любимая морилка. И также нанесла объемный рельеф через трафарет примерно по центру каждой заготовки. Кстати, объемный рельеф после полного высыхания также советую покрыть лаком. Теперь нужно только завязать ленту или сделать какие-нибудь крючочки, чтобы вы могли вешать украшения на елку. У меня как раз осталась такая лента, и она сюда идеально подходит. Вот такие милые новогодние игрушки получились. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Не забывайте подписаться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых роликах. До скорых встреч и пока-пока!